Больше 800 миллионов киловатт света и свыше 1236 тысяч гигакалорий тепла. Руководство компании «Севкасэнергосбыт» подвело итоги 2017 года. О результатах своей работы они рассказали потребителям на публичных слушаниях. На отчете была и наша съемочная группа. ТО «Севкасэнергосбыт» – главный поставщик тепла и электричества. Предприятие обслуживает 134 тысячи потребителей. С 1 января 2017 компания применяла дифференцированный тариф на теплоэнергию в зависимости от наличия приборов учета. Среднеотпускная цена за гигакалорий составила 4284 тенге. За 2017 год фактически затраты на услуги по снабжению тепловой энергии составили 57 миллионов 90 тысяч тенге. Это на 23 641 тенге выше затрат, утвержденных в тарифной смете, то есть на 171% освоения. Есть у компании несколько нерешаемых проблем. Это дебиторская задолженность и низкие зарплаты. В среднем здесь получают 91 тысячу тенге. В тарифной смете среднемесячная зарплата на одного работника утверждена в сумме 64 181 тенге. По Петропавловску за 2017 год средняя зарплата составила 124 тысячи тенге, а по СКО 110 тысяч тенге. Хотелось бы отметить, что удержать квалифицированный персонал, да, это надо, естественно, платить соответствующую зарплату. На реализацию инвестпрограммы затратили 9 миллионов 650 тысяч тенге. В основном средства ушли на обновление компьютерного парка и современного спецоборудования. Все это для повышения качества оказания услуг населению. В прошлом году полноценно начал работать единый информационно-расчетный центр. Заключены 45 договоров с коммунальными организациями. Это дает возможность потребителям получать единый счет. В 2017 году мы проводили агитацию по регистрации личного кабинета. Личный кабинет как бы позволяет, во-первых, передавать показания через личный кабинет, не выходя из дома, задавать вопросы интересующие. Есть там тарифный калькулятор. Кроме того, могут выписать себе счет на оплату и также по интернету оплатить нам. В перспективе предоставить доступ к личному кабинету потребителям из районов. В течение 2017-го «Севказэнергосбыт» установил в многоэтажках 245 приборов учета тепла. Эта работа продолжится и в этом году. В рамках программы энергосбережения предприятие должно запустить еще 205 теплосчетчиков. Кристина Горбаченко, Михаил Казначеев, новости МТРК.